Пока звезды отмечали праздник влюбленных, свободная от отношений Ольга Бузова опять привлекла внимание, переименовав этот день в день премьер, и представила публике новый клип «Wi-Fi». Многие подписчики сочли движения Оли на видео не просто сексуальными, а граничащими с пошлостью. На самом деле, более скромно я себя веду в жизни. Когда я залезла в куб, а он, чтобы ты понимала, метр на метр, то есть он вот такой. Антон кричит, мой пиарщик: «Я не думал, что у тебя такая растяжка, потому что я там чуть ли не на шпагат сажусь». К слову, Бузова теперь чувствует себя настолько раскованно, что не стесняется даже прямого эфира и женственного образа. Посмотрите на эти танцы.